События последних лет, происходящие в мире, показали, насколько актуальна и важна консолидация всего русского мира, насколько необходимо всеми силами противостоять угасанию самосознания русского человека и формировать нравственную, социальную и духовную сущность народов России, культивировать и возрождать чувство патриотизма. Сегодня Россия формируется не только в России, но и за ее пределами, в том числе нашими с вами усилиями. И чем качественнее и продуктивнее будет консолидация этих усилий, тем быстрее мы сможем добиться поставленной задачи –